В Твери злоумышленники освоили новую схему телефонного мошенничества. Неизвестные звонят предпринимателям и от имени сотрудников администрации предлагают платные услуги. Например, приобрести справочную информацию по противодействию коронавирусу. Как действовать коммерсантам в случае, если стали поступать звонки с весьма странными предложениями, рассказывает наш корреспондент Валерия Королева. Стоматологическая клиника в Пролетарском районе работает, строго соблюдая требования санитарной безопасности. Недавно здесь раздался телефонный звонок. Неизвестная девушка представилась сотрудником городской администрации и стала убеждать руководство организации, что изменились нормы Санпина. И тут же предложила по предоплате купить набор печатной продукции по противодействию коронавирусной инфекции, который должен быть размещен для посетителей. В мошенническую схему входил такой некий психологический момент. Девушка говорила о том, что обязательно нужно срочно приобрести данный материал, так как в ближайшую пятницу будет проводиться масштабная проверка на территории нашей клиники. И без этой продукции, то есть, мы получим некие штрафы. За новый справочный материал мошенница попросила перевести ей 3000 рублей. Предприниматель согласился, но все же решил уточнить в департаменте экономического развития администрации города, когда придет обещанная проверка. Тогда и выяснилось, что кто-то пытается его обмануть. Государственные и муниципальные служащие не оказывают платных услуг по продаже, реализации какой-либо продукции. Сразу же, как только появились первые жалобы от тверских коммерсантов, стало понятно, что мошенники уже успели пообщаться с рядом предпринимателей. Мошенники представляются органами местного самоуправления, контролирующими органами и настаивают на приобретении продукции определенного вида, в том числе литературы, для оформления уголка потребителя в соответствии с федеральным законом о защите прав потребителей. В департаменте экономического развития администрации города Твери рекомендуют при поступлении подобных телефонных звонков сразу проверять сообщаемую информацию. Для этого нужно позвонить по телефону 79 66 30, код города 48 22, и уточнить все сведения, а также обращаться в правоохранительные органы.